приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем в Hitman 3. Сейчас у нас супер хищник. Не знаю, видео никакого не было. Поэтому, я как понимаю, просто начинаем. Большинство предметов можно выкинуть, положить и бросить. Хорошо, мы положили на эти предметы и бросили все это дело. Так, помните про зеркало. Помните про зеркала. Так. Другие обсуждают полезные любопытные вещи. Тоже будем помнить об этом. Ну. Давай, я же супер хышник. Хышник. Че, я ничего? Так. Свяжитесь с Оливией. Ничего нету, подождите. И телефон, и камера только. Понятно. Смотрите, остановка-то как, блин, как в России, я не знаю, в России реально в захолустье где-то. Только у нас такие остановки делают. Ой, ладно. Только не обоссанные, то... Ладно, хоть на этом спасибо. Так, что за предвкушение? Взяли монетку. Найдите Оливию. А где ее искать-то? У вас хоть что-то есть? Так. Открыть. Что мы здесь видим? Вот только кроме двери-то здесь больше ни хрена нету. Смотрите, ну нету ничего. Взять. Что такое листовка? С фразой на немецком, означающей «иди к черту». Ладно. Из Германии прибыть. А кое-что вам приносить. Я не понял, а куда? Так. Прошу прощения, но я не вижу здесь смысла находиться, если здесь ничего нету. Но можем зато попробовать позвонить, кстати. Что-то я не понял. Ладно. У меня, кстати, инстинкт что-то пропал куда-то. Давайте вот посмотрим еще вот на брошенную машину туда куда-то. Вот. Куда вот ты ведешь? А, смотрите-ка, правильно сохранение прошло. Автосохранение. Ползи, ползи. Подожди. Я хочу банку вот эту колу взять. Если что, в голову тебе залепить кому-нибудь. Кто тут? Сортир. Так. Можем пройтись. Ага, мне, значит, точно сюда. Подождите. Понятно. Ну-ка, давайте-ка посмотрим еще разок. Здесь что-нибудь еще есть.
Здесь ничего нету, ладно. Пройдем дальше. О. Нас раскрыли. Отмена операции. Уходи сейчас же. Кто? МКА, они меня выследили. Это они умеют. Сколько их там? Один основной отряд и куча агентов и на подхвате. Они проникли. Так, боже, кажется, один из них... Одного из них я убила. Убирайся оттуда. Нет, они уже нашли нас. А значит, найдут и снова. Не высовывайся, я совсем разберусь. Давай. Он до этого в зомби играл. Точно так же. Мрак и темнота, супер хищник. Берлин, Германия. Либо снайпер 3 какой-то там этот тоже. I can hear you. The reception is still bad. No, I haven't seen some. Вот так. На. Взять наушник. Agent Price. Давай, подождите, сохранюсь. This is like looking for a Все равно, что искать иголку в стоге сена. Продолжайте поиски, агент. Наш клиент считает, так агента 47-й и Оливии Холл серьезная угроза, их нельзя недооценивать. Я не привык. Мы их найдем. Все на местах. Хорошо. Сообщите, если что-то... Так, ага. Не волнуйтесь. Ой. Подождите. Ну, вот здесь вот сейчас мне точно нужны инструменты. Так, осмотрите комплекс и найдите агентов МК. Так. Куда бы мне вот... Так. Его не стали даже, смотрите. Что тут взять? Давай. Смотрим. Мне нужны инструменты. Смотрите, кого-то я уже загасил, замочил, завалил. Ой. На. Вот и все. Позвали, помогли. Мистер. Ой, подожди. Так. Смотрите. Пока же нормально иду. Так. Вот в это вот. Сюда я могу зайти? У меня же какие-то ключи есть. Отмычка отсутствует. Лом отсутствует.
Блин. На. На. Вот так. Давайте. Замаскируемся. Да нет у нас ни хрена. Так. Спокойно. Что мы тут имеем? Вот что-то кексики имеем. Возьмем. Так, сохранимся. Так. Какой-то ключик взяли. Так, отпираем. О, ключик вот от двери. Давай. Вон какая-то одежда там есть. Это если не убивая проходить. Это, блин. Тащили, бросили. На всякий случай давайте оставим одежду. Ключик у него взяли. Что у нас здесь? Блин, даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Ой. Так. Yeah, I'll leave a tip next time. Так. Не тот. Давай. Got some strange noises here. Looking into it. Давай, давай, давай. If anyone's there, I... Пойдем сюда. На. Все. Ага, вот кто нас может заметить и спалить. Устраните агентов. Ну, они-то себя поди никак не выдают. Вы так
Опа. Так. На. Так. Где тут еще агенты могут быть? Второй этаж. Конечно. Так. С кем это ты? Скрип этому. Подожди. На. Так. На всякий случай. Ой, запретная зона, подождите. Так. Запретная зона. Вот там еще кто-то, смотрите. Давайте посмотрим, что это за тело. Так. Подожди. Загрузить. Подтвердить. Сейчас тогда посмотрим сначала на нижнем. Что у нас там? Агенты — это непростые солдаты. Они скрываются, как я понимаю. Как я вижу агента? Это кто-то, некто. А, скрытый такой. Чел. Давай. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так. Инструментов наших привычных нету. Это отвертка, гаечный ключ. Так, подождите. У Грина идеальное зрение. Он прирожденный разведчик. В МКА прекрасно знают об этом. Никто не уйдет, этого не замечено. Вот он почему такой. Давай посмотрим, насколько ты замечательный человек. О, привет, у тебя тоже перерыв, да? Я хотел сходить подменить. Ну так иди, крутяк. Какие сегодня яркие звезды, видать, это всегда так вдали от городов и светлого загрязнения. Жаль, местные зверюшки, конечно, только народу. Диджей басы на полную врубил, не хотел бы я сейчас быть кроликом. Замолчи, я пытаюсь сосредоточиться. Ты же сказал, я могу покурить. Что же ты так взъерошился-то? Покурить, пожалуйста, но ты же не затыкаешься, господи. Ладно, ухожу. О! Давай.
На. Что берем? Какие-то ключи взяли. Грин, агент, так. Подожди. Так. Он взял ладью, не дайте ему перехватить инициативу. Я не знаю, о чем ты, дорогуша. Блин, нет, сюда не никак. А, он там спуститься, подняться, все понятно. Так. О, так мы двоих уже, да, загасили. А кто первый-то был, я даже не знаю. Ну и ладно. Здесь у нас что? Так. Блин. Где ты? На. Кто придет? Снизу никого нету. Ой-ой-ой-ой, так, подождите, что у меня там еще? Устраните, осмотрите комплекс, найдите агента, так. Ни больше, ни меньше. Ну, давай. О, в подвал, идем в подвал. Кто первый-то был? Блин, надо посмотреть. Смотрите видео, смотрите, кто там первый был. Так. Так, что у нас здесь? Активировано отвлекающее устройство. Подождите. Так, нормально. Давай, поднимаемся. Блин, я даже не знаю, так, куда мы идем. Тоже враждебная зона, смотрите. Так. Давай-ка вот сюда тебя. Сейчас замаскируемся под тебя, подожди. Вот так. Что, друзья, все?
Меня не подозреваешь? Блин, где вас искать-то? На. Куда идешь? Lowenthal reporting in. Don't think our boy's here yet. I haven't seen him at least. Stop talking. Focus on finding him. Agent Lowenthal. Right over there! Go! Agent Lowenthal, please report. Так. We've lost a third. We're paying for our mistakes with blood. Stop wasting time and end this. Так, минутку. Tango is lost. Move, find him. He's always one step ahead. It doesn't make sense. Unless this channel isn't secure. Don't take any chances. Freeze him out. Так. Requesting assistance. We need more messages. Please, someone help me. Так. Что у вас есть? Ой. Все. Все, что надо. Holy shit. Hey, you. Hey, stay sharp. Так. Идем. Так, уже троих убили. Это уже неплохо. Так, и что еще-то где? Где могут люди скрываться? Ой, блин. На. Даже не знаю, то ли еще ниже в подвал спуститься. Опа. Так. Don't get comfortable. Agent Davenport. Hey, take the...
Блин, нифига не так. Давай. Сейчас мы тебя из-за угла пинем, стрельнем и уйдем. Мучиться кого-то с тобой еще. Так. Agent Davenport. Давай вот сюда отойдем. А куда ты идешь? О, нехило, да? Надеюсь, не заметишь в толпе-то. Тем более спиной стою к тебе. Давай, это будет четвертый. Из скольки? Из пяти, из семи? Так. Не получилось. Ну чё ты, блин? Так, загрузить. Понятно все с вами. Блин, откуда тебя снять-то проще? Куда идем? Давай, иди. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне с тобой делать? Штаб, выхожу на связь, никаких новостей. Пока. Продолжайте наблюдение, он объявится. Сейчас его из-за ширмы гасить буду. Задрал он меня. Пойдешь или нет? Блин. There is never enough security. Get away from me, you creep. Так.
Так. Так, идем. Davenport, come in. Agent Davenport, are you there? Подожди. This is beyond the pale, gentlemen. I am speechless. Shit, we need to man up. Red leader, one actual here. We may have a potential threat here. Million casualties. What the? Так. Перезарядимся. Надо свалить отсюда пока что. Какой-то наверх куда-то, да, можно? Я вообще не понимаю, где я нахожусь. На. Че, у Кусивара раскинули мне подбирать монетки всякие. Так. Так. Вниз. Идем вниз. Блин, что за карта такая, пипец. Самый низ. Я потому что не знаю даже, что там есть. Давайте уничтожим. Здесь у нас. Вот этот вот. И кто такой? И как к тебе попасть? Подождите. Так, спасибо, солнышко, ты мой спаситель, я уже стою на ногах, еле стою. Мне как раз нужно что-нибудь такое. Мила, я здесь именно за этим. Один из местных вышибал вообще так, меня личным посвящаем. Ну, товар у тебя и правда первый сорт. Судя по всему, персонал и охранники клуба активно пользуются услугами наркодилера. Если что, это неплохая возможность выманить их на какую-нибудь малолюдную часть клуба. Ладно, мне пора за работу. Давай. Рад помочь, еще увидимся. Давай поговорим.
Так, ни слова больше, иди за мной. Пойдем. Куда ты меня ведешь-то? Смотреть, что пакет с лекарством. Ну давай, на всякий случай. Отпереть не могу, ладно. Да где пятый-то? Где ты? Где ты? Так. А куда мне, блин? Надо где-то, где охраняемая зона, наверное. Больше так. Валите оттуда. Yes, Joe, I got it. Так, надо выход всего лишь найти, да? Устраните агентов 5 из 5. Это вот один последний был, что ли? Ничего себе. Завалил охранничка, это оказывается и агент. Подожди. Так. Где-то наверху можно выйти. Для начала, я думаю, надо выйти на улицу. Вот сюда. Вау. Красавица, ты мне очень нравится. Так, а где дверь? Выход выходом, а дверь-то где? А вот, смотрите-ка. Ну вот так вот, в общем, я не знаю, как я их нашел, давил всех подряд, и так получилось, что задавил их всех нахрен. Так что уходим спокойненько. Я думаю, мы их припугнули. Проблема решена. Ты видел? Так, они получили мое послание. Где ты? Закусочная, дальше по главной дороге. Уже иду. Так. Какой-то ролик есть? Агент перемен. Ты ранена? Тому чуваку повезло меньше. Я впервые человека убила.
То, что ты сделал, ты и правда такой, каким стал. 47-й. Он не мучился, да? Он погиб не зря. Он пулю себе, да, впустил в голову. Да, не зря действительно погиб, потому что он меня не выдал. И хотя я хотел его спасти против кучи, хотел пойти, он мне не дал. Да. Человечище, вы ранены, но живы. Я рад. Нам с вами пора начать все с нуля. Ближе к делу. Вы со своими друзьями совершили невозможное. Торглись в рай и свергнули неприкасаемых, но в итоге все обернулось вот так. Статус-кво. Это лишь доказывает, что нет смысла бороться с властью, мисс Брайнвуд. Власть не уничтожит, она лишь меняет хозяев. Ее можно только обрести. Я никогда не стремилась к власти. Власть — это инструмент, мисс Брайнвуд. Средство достижения целей. Стив Константа не сможет все изменить. Измени систему изнутри, иначе система изменит тебя. Без риска нет и награды. Мне нужно это обдумать. Не стоит. Это демагогия уже начинается. Вопрос в другом. Какой вклад вы сможете внести? Я же говорю, бессмысленная речь была. Каждый свою политику гнет, и ни к чему не пришли в итоге-то. Ну, я пойду за ней. Что ж, на этом пока все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Особенно, кто проходил или проходит данную миссию, пишите. Может, у вас как-то, я не знаю, другие агенты какие-то появились, или что. Как вы их давили. Ну что ж, пока.